Объясню. Всем привет, вы на канале The Play. Да, мой канал поменяйте, я уже говорю это повторно. И, значит, сегодня мы пройдем Эриха Занна на тяжело, блин, я хотел на экстриме, но я же вспомнил, что я не выкладывал по тяжело. Поэтому давайте с Эрихом поиграем. Эрик. Эрихом Занна. Эдик. Ну, еще такая Эрик. Я называю его Эдик. Потому что он... У меня 1000 дублонов, я дома проходил специально, чтобы... Потом подготовиться. Ну, как чтобы можно... Он со мной это проходил на... Я проходил на харде, но он экстрим не проходил, поэтому у нас, кстати, есть статуя. У нас есть статуя. Да, у нас есть статуя и еще какая-то штучка. Какая-то зомби. Зомби. Так, давай тогда я сюда подвинем. Не, это вообще очень просто проходится. Че? Слышали это? Да, это нормально. Музыка. Айфон включил. На изи прям. Это не изи хард. Я прям на изи пройду. Изи хард. Возможно, даже без смерти. Нормал хард. Если вы набьете мне, конечно, счет не вредно, но 500 тысяч лайк. Нет, не 500, а что это я такой жалобный. Где-нибудь 54 тысячи лайков, то я пройду без смерти. Так, Эрик, ты давай так много сюда. Жадина, ё-моё. Хотя 54 лайка. Лагать начинает. Да, я вырубил Эрик. Я скажу, не боюсь, ребята. Давай, все там боятся. Кто боится, тот как и я. Ставьте лайк, кто боится. Кто не боится, тот ставит тоже лайк. Попрошай. Берём кубик и туда его кидаем. Биби. Так же, как и полено. Коленой. Так, что можно искать? А, он сейчас встанет, и нам будет камень. Я сейчас вперед. Если камень уже появился, я считаю, что уже не безопасно. Все, Эрик, давай сюда. Сюда вырубить. Я, в принципе, уже догадываюсь, где будет спрыгнуть. Ну, спинку почесали. Так, там где-то должен пройти. Кто сегодня проснулся и не хотел вставать, тот такой же, как и я, потому что я не хотел. Но они такие точно. Почему только там не можно вырубить его или полено? Заметьте, на нормале я прошел за 5 минут, на изи за 6, на харде за 3 минуты. Что, блин? Почему так? Наверное, просто потому что я тренировался очень много и усердно. Я проходил без смертей, но только не на экстриме. Давайте. Эрик реально на экстриме ходит быстрее, чем я это подметила. Сейчас смотрим сцену, и ровно на 4 минутах я закончу серию. Всем пока-пока.